Во что верить современному человеку? Мы сейчас испытываем фатальный кризис недоверия друг к другу, к информации, к разным институтам. Ничему мы сейчас не верим. А верить хочется. И потому что, когда вы во что-то верите, у вас силы появляются. И дальше вот вопрос, к чему вы хотите свои силы приложить. Подумайте о том, что нуждается в ваших силах, в вашем участии, вашей помощи, и верьте в это. Если это любимый человек, верьте в любимого человека. Если это дело, которым вы заняты, верьте в дело. Если это ваше, то, что называется, саморазвитие, верьте, что вы можете стать лучше. И эта вера придаст силы. И тогда вы сделаете то, что для вас нужно. А зачем еще она нужна?